Всем привет, меня зовут Людмила. У меня сегодня распаковка сайта AliExpress. Мне пришло несколько маленьких посылок и одна большая сборная. Давайте посмотрим, что мне пришло. И в первой посылке это оказались пигменты. Беру не первый раз. Применения нахожу им абсолютно разные. Дочка старшая экспериментирует с макияжем. Я делаю себе маникюр, наношу на липкий слой гель-лаком. Также добавляю в эпоксидную смолу. Так как неоновые пигменты были не очень дорогие, я решила добрать, чтобы сумма была приличная и посылка точно пришла. А это всегда срабатывает. Взяла вот такие наклейки. В последнее время мне очень нравятся наклейки использовать на ногтях. Решила взять цветочную тему. Она оказалась очень разнообразной, и цена, кстати говоря, очень даже адекватная. Ну, всякие цветочки. Экзотические, разноцветные. Мне понравились вот эти сиреневые. Ну и, конечно же, вот такие вот тюльпанчики. Это пришли такие цветочки. Набивная вышивка, если можно так сказать. Продавца они называются патчами. Хоть и не имеют никакой клейкой основы. Хочу украсить джинсовку своей дочки вот такими милейшими розочками. Цвета разнообразные: розовые, красные, голубые, сиреневые и желтые. Размер почти 2 сантиметра. Пришивать буду вручную. А это пришел мой гель-лак. Сейчас он очень популярный. Так называемый эффект перепелиного яйца. Я немножко не поняла, то ли это гель-лак, то ли это топ. Но он прозрачный, с такими вот вкраплениями черного. Сейчас очень модный трендовый дизайн. Это неоднозначная посылка. Взяла проэкспериментировать. У продавца это называлось вот так. В голове держу один проект, все никак не осуществлю его. Заказывала уже гирлянду для этого. Лежит, ждет своей очереди. А это решила заказать. У нас в городе не найдешь таких шариков, по крайней мере, я не видела. Ну, на какую-то вечеринку детям на день рождения. Очень красиво смотрится. Цветовая гамма была разнообразная. Пахнут, кстати говоря, не очень приятным. Это просто прозрачные шарики с такими пайетками крупными, круглыми внутри. И второй шарик такой просто фиолетовый. И большая сборная посылка. В ней оказалось 8 посылок. Я когда увидела этот товар, я так смеялась, сразу захотела взять и попробовать для нашей собачки. Но, к сожалению, на нашу французскую мордяшку очки оказались маловаты. Скорее всего, это подойдет или маленьким собачкам, или каким-то кошечкам. Кошечки у нас нету, поэтому на нашей собачке это выглядит вот так. А этот товар заказала своему мужу. Поняла, что он нам просто необходим. Когда муж что-то сверлит, чтобы повесить картины там или полочки, я всегда стою с пылесосом, и чтобы все это не разлеталось, запылесосиваю. Чтобы этого не делать, для этого я взяла вот это приспособление для сбора пыли при сверлении. Внутрь вставляется сверло диаметром от 4 до 10 мм и прислоняется вот этой вот мягкой
черной насадкой к стене, и якобы вся пыль должна оказаться внутри. Этот товар заказывал для себя, чисто женская тематика. Сейчас поймете почему. Ну, конечно, продавец накосячил с цветом. Я хотела, конечно же, фиолетовые. Пришли какие-то серые. Ну ладно, я брала посмотреть. Качество хотела посмотреть, пошив. И мне понравилось. Они синтетические, отстираются легко и удобно. Внутри такой, как хлопочек. Но внутри этого хлопка он водонепроницаемый и, соответственно, ничего не протечет. Это клеенка сзади до самых ушей. В составе написано, что это 90% нейлон и 10% спандекс. Тянутся очень хорошо. Мой размер 2XL, 3XL. Там у продавца можно сориентироваться. Немножко, видите, такой перфорированный материал с легким просветом. Мне понравились. Ну и сейчас будет целая череда колец для моих старших девочек. Они у меня подростки. Это заказывала колечко для старшей в виде цепочки. Оно разъемное. По-моему, 8-й размер, если не ошибаюсь. Это, конечно же, не серебро, бижутерия. Надеюсь, облезет не сразу. Выбирала не я. Дочка выбирала. И второе колечко в виде смайликов. Выполнено очень хорошо. Добротная такая гравировка, если это можно так назвать. Смайлики даже внутри. Очень красиво смотрится, необычно. Тоже 8-й размер. Этот набор колец для средней дочки. Тоже выбирала она. Кольца раздвижные. И между ними такая соединительная цепочка. Сказать, мне не очень понравилось. Ну, не мне носить, конечно. На моей жирной сардельке это не налазит. Вблизи они выглядят вот так. Хорошо отполированы. Размер цепочки около 10 сантиметров. Это колечко для старшей дочки. У него такой вот вращается в середине цепочка. И внутри оно очень приятное и гладкое на ощупь. У меня, кстати, обручальное кольцо тоже так же вращается. Это колечко для средней дочки. Выбирала тоже она. И цвет выбирала, и форму. Колечко немножко погнулось, но это не проблема, оно легко вот так вот возвращает форму. На пальчике выглядит вот так. Размер змеи 3 сантиметра. Следующее колечко 7-го размера, просто черное, красивое, глянцевое, тоже очень гладкое, без царапин. А этот товар я когда увидела, я сразу подумала, что моя старшая дочка захочет поэкспериментировать с этим. Это сережка. Но она продается в количестве одной штуки. Ее стоимость 124 рубля. Продавец позаботился о том, чтобы была еще просто силиконовая заглушечка. Камушек выглядит, ну, просто прозрачный камушек. Крепится хорошо, не выпадает.
Здесь я пытаюсь открутить, я думала, это откручивается, но нет. Она просто входит в контакт. И получается вот такой интересный эффект. Да, она светится в темноте. Можно выбрать цвет у продавца, каким цветом будет светиться. Я так понимаю, там просто маленькие батареечки, которые, скорее всего, не подлежат смене. То есть, если вы сильнее зажимаете сережку, она зажигается. Если вы не хотите, чтобы она светилась, нужно немножечко подрожать. Вот так она открывается. И вот так она выглядит с обратной стороны. И вот такая распаковочка у меня сегодня получилась. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я желаю вам всего доброго. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.